Всем привет! И сегодня у нас на 7-м уроке мы рассмотрим нашу тему Катюши в теме интервалы. Интервалы у нас бывают разные, бывают секунда, терция, кварта, квинта. Но мы рассмотрим на примере октавы. На примере октавы. Октава — это у нас от одного звука до другого. Вот это есть октава. То есть это тот же получается октава до, только частотой выше звучит, на октаву выше. И вот этот интервал, используя, мы попробуем сыграть нашу мелодию. Вот. Но если подумать, она будет строиться, по сути, да? Из двух элементов будет. Это первый урок наш в обычной октаве. И на октаву выше мы играли во втором уроке. А теперь мы это соединим. Сначала просто в октаву. Разберем правую руку, и в правой руке главное, значит, ну это играть мелодию, да, у нас мелодия в верхнем, в нижнем играется, но чтобы вместе их соединить, нужно запомнить положение пальцев основные. Значит, основные пальцы какие? Это вот на ля ставим, ля, да, в октаву, второй палец и пятый, мизинец. Вот в таком положении будет второй и пятый, то есть если мы будем где-то ниже, второй и пятый будет. Если мы идем вот в это положение, то у нас уже будет второй и четвертый. И что у нас получается? И что у нас получается? Надо следовать во всей мелодии. Ну и с левой рукой сейчас послушаем, как это будет. Рекомендую всем поиграть этот урок, потому что в следующем будет еще интереснее. Всем пока!